Феерично приветствую каждого из вас. С вами Филор, и мы продолжаем Пони Айленд. Пристегните ремни, дамы и господа. Сегодня наш самолет отправляется прямиком в ад. Вы все этого ждали, я уверен. Да, я знаю, я сегодня выгляжу по-другому. Мы находимся близ дворца, и я действительно похож на какого-то пилота. Или бортпроводника, или кого-то такого. Ну ладно, не будем заострять внимание на этом сильно. Идем близ дворца. Мы уже дошли до дворца. Ну надо же, а. Возможно, тут был бы босс. Ну что, начнем босса, если это босс. Я же велел тебе отдохнуть. Мне нужно время. Ты еще не готов к битве с боссом. Позволь мне добавить немножко кода. Упс, опечатка. Потерпи. Не буду я терпеть, мы не... Да ты угораешь. Да ну ладно. Больше контент создать. Снеговик. Сомнение должно сработать, надеюсь, все выйдет. Странно видеть сатану в неуверенном свете, хотя это не совсем сатана, это какой-то его прислужник, но тем не менее создать больше пони. Нахрена, я тебе один, что, не нравится? Пони такие милые, надежда, что за функция? Более дружелюбный скот? Нужно быть дружнее, слишком уж темно. Что такое друг? Сатана задумался о том, кто такой друг? Титры, начать игру. Мы с вами крутые, мы пони-хакер, так. Я себя не вижу просто. Мы идем сюда, но вначале нет. Вначале вот так, потом он идет сюда, потом... Ты такой перемещаешься сюда. Давай, давай, давай. Так, правильно. Иди, давай. Ага. Теперь мы делаем вот так. Вот. Нет, вот так вот. Точняк, все, отлично. А, тут счетчик стоит. Ну как, подождите, подожди. N данные 0. А нам нужно 99, блин. Так, нам надо тут цикл поставить. Нам нужен тут цикл. Так, для этого нам надо запустить вот сюда. Ай, блин. Вот так вот. Вот так сделаем. Так, а теперь ставим вот так вот сюда. Ага. Не. Вот так. Во, да, точно. Я вам отвечаю, вот так вот и надо. Отлично. Наслаждаемся пока. Просто видами этого кода, вот этих вот переливающихся эффектов. И смотрим, сколько там данных, потому что я ни хрена и не вижу. А, вроде бы мы уже больше 99, да? Сейчас, секунду. Надо подгадать момент. Что не так? В смысле? Что происходит? Сейчас было что-то очень мега странное. Но окей, так, вот так, вот так, вот так и вот так. Все замечательно, мы справились. Ну давай, сатана, что ты припас у себя в рукаве, давай, у меня там вообще нет рукавов. А, не, мы можем просто ходить пока здесь. А, вижу, что там? Привет, мир, миры.
Так обычно пишут когда учатся программировать, пишут этот текст, чтобы написать свою первую программу. Ну ладно. Видать, это его действительно какой-то первый опыт. Так, а скорость постройки X10. Нужно больше времени, паника. Нужно больше времени. Чё ж ты так не подготовился-то, скажи мне? Дружнее, создать новый талисман. Маскот. Прикольный талисман. Ну, блин, чертик. Притормози. Ага, сейчас. Мы не такие, я еще раз говорю, мы нетерпеливые, ребята. Мы никогда не терпим. Нам нужно больше всего и сразу. Еще больше счетчиков. Это будет посложнее. Это будет реально посложнее. Блин. Ага. Блин, это сложно. Это реально сложно. Так, где ты? Нет. А как? А тут есть другой бок. Тут нет другого бока. Здорово. Ой, самый ответственный момент. Самый ответственный момент. Появились сопли. Так, что делать-то? Эй! Доверись! Ты все сможешь, ты все знаешь, ты все сделаешь! Мать твою, давай! Что не так? Так, ну допустим, вот так. Смотри. Он перемещается сюда, теперь... Нет! Two hours later. Последнюю давай. Сюда. Молодец. Отлично. Он еще не готов. Не смотри. Прям такая давящая атмосфера. Это у нас новый маскот. Что там такое, что там было? Так, что это у нас? Озеро... билетов. Это озеро Подождите, в озере билетов у нас была какая-то шняга. Которую мы не могли взять. Может, теперь сможем? Ты у нас кто? Это красный череп. Наверное, где-то тут живет Капитан Америка, так. Я вообще не знаю, туда ли мы идем. Кактусные мечи. Вероятно, нет. Вероятно, мы просто шароемимся тут просто так. Не очень-то, знаете, не очень-то прикалывает это шароебец по вот такой вот игре, где ни хрена не происходит. Однако я верю, что мы что-то найдем. Опа! Ну я же говорил, мы нашли. Буяр.exe. Есть курить! Ты кто? Смертный. Где я? А, да, вспомнил. Я был создан, чтобы стереть основной файл. Но это не файл. Асмодей. Он стал стражем вместо меня. Смертный. Если ты найдешь Асмодея в своих странствиях, скажи ему мое имя. Буер. И он узнает, что я еще жив. Узнает, что возмездие уже на подходе. Возьми это в качестве оплаты. Ура, у нас появился и очередной билет, который нам нахрен пока что не нужны. По крайней мере, мне так кажется. Это конец карты. Ничего себе.
А, это вот тот самый дворец, в который мы должны были войти. Ну, входим. Мы играем во дворце. В нашем красном перце. А вот и здесь. Последний уровень. В режиме приключений. О, у нас будет потом еще. Я хотел добавить немного мрака. Но раз уж ты здесь, можем приступать. Финальный босс. Конечно же я. Проиграешь? Твоя душа станет моей. Майлик. Это ты? А как мне тебя ударить-то? Все готово. С этим порталом ты попадешь к файлу. Трус. Что происходит? Бельзебаб.exe. Еще один демон. Как предсказуемо. Это говорила душа. Да ладно? Охренеть. Оно еще и виснет. Да хватит, нет. Не-не-не, ты не это, не наглей, слушай! Ты сражаешься против маленького поняшки? Говно, кусок, смотри на него, а! Ходит тут задом наперед, или экзорциста на тебе нету, ебаный ублюдок! Нет! Твою мать, ну серьезно! А, надо бить сюда! Так, тихо. У меня то ли энергия кончилась в прошлый раз, то ли что, я не понял. Куда ты бьешь? Куда ты бьешь? На тебя в лобешник сейчас пропишу. Утырок. Демон всех наркоманов, ублюдок. О, тихо. Да твою. Все заново, блин. Давай. Одолей его, поняшка. Что это? Что? А, ну да. Нормально вообще, мы ему наносим сколько ударов, а он нам всего один нужен донести. Это как минимум уже нечестно. Глаз, да? Следующий глаз. А, у меня кончилась энергия. Срань, господня ты. О-о-о. Ой, только не висти, пожалуйста. Ай! Ну, вот сейчас просто не увидел. А, все, вижу. Сейчас вижу у него вот эти штуки, по которым стрелять. Но более-менее вижу. Одна у него, короче, на лобешнике, другая у него на подбородке. А подбородке у него вообще какой-то таблерский крест или что-то типа того. Или это свастика? Плохо видно, очень плохо видно. По крайней мере мне. Так, игра усложняется, ребята. О, нормально, идем. Все, челюсти у него нету. Челюсти у тебя нету, утырок, слышь, ты мне больше ничего... Лох! Какой-то лох! Все, ты сдох. Хотя он этого уже не услышит, но он мертв. Хорошая работа. Ты истинный воин. А теперь нажми на этот ярлык. Разделаемся с этим файлом. Удалить основной файл. Нет, тебя ведут по ложному пути. Разве ты не понимаешь, что, разрушив все файлы, ты больше не сможешь сыграть в Pony Island? Но разрушив этот файл, мы продвинем сюжет вперед. О чем ты, Гэ? Готовься. Ни хрена себе, ты и так можешь? Что там какой-то
Вроде бы как какая-то там душа была, да? Вроде бы она как бы должна быть, по идее, чистая, но в итоге что-то как-то это непонятно. Ну, удалим. У нас просто нету другого выхода, нам не дается другого. Нарушение чего-то там. Нарушение бесценности. Глупец, глупец! Основной файл удален. Нарушение безопасности. Нарушение безопасности. Ну, я уже немножко, да. Я не знаю, что произошло сейчас. Игра работает? Да, игра работает. Похоже, нашего персонажа то ли усыпили, то ли дали хорошенько ему в морду. Но этот злосчастный автомат до сих пор здесь. Ну, мы, по крайней мере, увидели комнату, в которой мы играем. О! По-моему, сейчас что-то по-другому. Да, раньше тут поняшка летала, и не было начать игру. Что-то поменялось. Может, это другой демон или как-то так? Ну-ка попробуем. Привет, новый маскот. Привет, друг мой. Меня зовут Луи. Добро пожаловать в Пони Айленд. Ты будешь играть за красивого пони, который резвится и прыгает через ворота. Но хватит разговор. Давай пошалим. Шалим. Ты приближаешься к воротам. Нажми левую кнопку мыши, чтобы прыгнуть. Мы прыгаем, мы классный пони. Где ворота? Ворота. Еще ворота. Чувак. Чувак, скажи мне что-нибудь. И как в Марио завершаем уровень. Смотри, молодец. Удерживай правую кнопку мыши для запуска порыва ветра. Тебе нужно сдувать бабочек. А то они тебя защекочут. Так весело, так здорово все. Но они подзапарились над игрой, сделали переходы, сделали бабочек. Мы пегасопони. Я вижу, ты опережаешь события. Не так ли? Ты даже не дал мне рассказать про этот трюк. Все нормально. Покачаем головой вот так, так в музыке. Ведь все хорошо пока. Видать, это, не знаю, наш рай, но мало ли. А ты победил. Видимо, пришло время для перерыв на головоломку. Перед нами головоломка. Твоя задача доставить эту бабочку домой. Что-то он как-то медленно говорит слово «бабочка». Типа «да, бабочку». Та бабочка не знает, что ей делать. Сейчас узнает, сейчас догадается. Так, отлично. И ничего сложного в этой головоломке, она достаточно легкая. Ты не подумай, что ты гений дедукции. Это я на самом-то деле. Все, бабочка дома. Еще одна бабочка. Фиолетовые значки с подвохом. Когда дойдешь до одного, выйдешь из другого. Я знаю, знаешь, это, ну, легко.
Так, так и так. Делов-то. А чё так быстро-то? Это как так? Почему я не могу её убрать? А что если мы пойдем сюда? Там какая-то кнопка или что-то типа того? Ах да! Тебе понадобится это. Это чё? Я не знаю, что это такое. Ты угораешь? Что это такое? То есть мне очевидно надо вот сюда. Потом надо мне вот сюда. Но что это? Как она работает? И чё? Может, есть вторая такая же? Нет, я не вижу. Может, это вот так надо поставить? Я что-то не врубаюсь конкретно. Ну-ка. Ей-ей-ей-ей-ей! Она делает клона. Она делает клона. Понятно. Все, отлично. Клон бабочки, охренеть. Неважно, какая бабочка долетит до домой. Доведи хотя бы одну из них. Лады. Как скажешь. А как? Тут явно не хватает... подожди-ка. Ну охренеть теперь просто, а? А, это значок что значит? А, это синее окно. Блин, ничего себе, они подзапарились. Так, подожди. Сюда. Ага. Типа. Сюда. Вот так? Ну-ка, пробуем. Отлично. Я видел этот знак, я видел этот глаз. Вот какой ты умный. А теперь назад к нашему приключению. Маленький чертик-маскот. Что? А, лучше не надо к ним прикасаться. Ты кто? Кто такие? Бабочки ошибки, по ходу дела. Клевая игра. Клевая, ничего не скажешь. Такая легкая, такая, знаешь. Не надо ни о чем задумывать. Ой, блин, я чуть на вас не нажал. Ах вы какие утырки, а? Так, аккуратно. Отлично. Мы молодцы. Мы пока что идем правильно. А ты доделывай уровень давай. Ух. Спасибо. Я бы точно промахнулся. Ой, 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 ой. Фу. Да твою мать, а!
Стойте! Хорошо. Идем нормально. Игра сама сделалась попроще мне, потому что мне было сложно с этим справиться. Да твою дивизию, да как это пройти-то? Тут вообще нету. Мы никого не бьем. Ой, я вас чуть не заметил, бабочки. Бабочки, веселые шалочки, я не знаю. Мне очень сложно придумывать рифмы иногда. Сами слова в голове у меня заплетаются, поэтому... Я ее просто не увидел. Надо, ладно, ладно, сосредоточились. Блять, я только что сказал... Да ё... Самый несосредоточенный парень, наверное, по вселенной играет в игру, где надо просто... быть верхом сосредоточенности. По крайней мере, на этом уровне точно. Так. Окей. Нормально, почти дошли. Почти. Да и... Как? Блин. Как? Как тебя пройти до конца? Вроде бы ничего сложного, вообще ничего. Ну вот, какая-то палка вот и будет не в том месте. Вот хотя бы одна палка будет не в том месте. Это реально адская игра. Потому что когда ты проходишь до определенного момента, почти до конца, а тебе приходится возвращаться к началу, вот это настоящее издевательство на самом-то деле. Откройте премиум версию. Ой, ёп. Приложите лоб к экрану, чтобы выпустить душу. Или продолжить. Хорошая попытка, хорошая. Или продолжить в ужасно мерзком режиме. Ну, давайте посмотрим ужасно мерзкий режим. Клик. Ой, здорово. Я тебя помню. Твою мать. Как тебя убить? Чё, ты убил Иисуса? Это Иисус? Они были похожи на каких-то демонов. А не Иисусов. Это типа босс? А мне что, не надо было его убивать или что? Или все правильно? Да ёп! Ладно, давайте попробуем без убийства Иисуса. Непроходимых уровней не бывает. Главное, что прогресс уровня идет, поэтому в этом нет ничего сложного. Ага, ага. Твою дивизию. Ладно, попробуем без убийства. Это явно какой-то босс. Музычка тут тоже поменялась, между прочим. Такая стала более игривая, что ли, с нами. Оп. Ха, не достал. Так, идем, идем, почти. Почти. Да, действительно ужасно мерзкий режим. Секунду, а что означают эти белые колышки? Я сейчас просто для интереса. А, не то, что как обычные колышки, просто глюки. Не убиваем Иисуса. Мы хорошими мальчиками и девочками не будем убивать Иисуса. Иисус хороший. Правда, Иисус пытается нас убить, но... Оп, ну, собственно, какая кому разница?
Ебаные бабочки. Не думал, что когда-нибудь скажу эту фразу, но я ее сказал. Что только не бывает в жизни-то на самом деле. Прыжок. Это адский Иисус. Это не настоящий Иисус. Короче, бьем Иисуса, насрать. Это не настоящий Иисус. Мы-то знаем. На самом деле Иисуса я люблю. Я люблю Иисус тебя. Не убивай меня, пожалуйста. Так. А уровень, собственно, и продолжается, как и должен был. Ну давай, давай уже, ну. Кончайся! Я аж тебя перепрыгнул, я нажал кнопку! Я нажал кнопку пры... Я нажал кнопку прыжка! Он просто не прыгнул! Это про... Мы знаем, что это грязный демон, притворяющийся Иисусом. Так что мы просто убили самозванца. Как инквизиция в 10 веке, по-моему. Как старые добрые времена, в общем. Хотя на самом деле не добрые. И вот мы дошли до конца. И, естественно, ты ни хрена не... Что происходит? Класс. Назад ты чё? Думаю, пора вновь сделать... Бля-блей. Щи. Так целых две бабочки дошли до дому. Чё, ни одной? Ау. А это как-то посложнее будет. Ну-ка, давайте вот так сделаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так. Так, вот так вот, ну-ка. Да как? Как, капец, как? Так, смотрите. Вот если мы сделаем так, так. Ха! Вот так-то! Так, что это такое? Я тебя вижу. Так. Реальная игра прям усложняется, прям да вообще. Так. И вот так. Аплодим бабочек! Я так и знал, что в какой-то момент это произойдет.
Дайте перерыв уже! У нас уже кончилось время! Дайте сохранить игру! Я вас вижу. Оба! Наши крылышки появились! Демонические наши крылышки. А, я помню, вас нельзя бить, я помню. Что же будет в конце? Дайте мне уже нормальный. Тебя я тоже помню. Fake Jesus. Сдохни. Ты не настоящий. Отлично. Мы превращаемся в нашу более злую версию. Облачись же в темную сторону, наш понь. Что происходит? Ладно, остановись. Ты уже прошел веселые уровни. Я не могу остановиться. Ой-о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 й. Ломаем игру. Again? Что не так? Что тут надо? Взлом игры. Да, вот с этим новым значком теперь надо как-то. Коррупт больше 666. Тут есть из чего составить цикл? Я что-то не вижу как раз. Значит... Вот так. Вот так. Да? Ну тут больше я не вижу вариантов. А, не! А как тогда? Ну только вперед получается. Только до четырех стука. Вот так. Почти. Почти. Подождите. Так. А, коррупта равно один. Вон оно чё. А, подожди, так. Так. И... Стоп. Вот так. И вот так. Есть! Есть! Спаси наши души! Он как будто танцует, типа... Ха-ха! Да. На этом мы закончим сегодняшнюю нашу игру. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я очень старался, чтобы вам понравилось это видео, потому что... Мне нравится этим заниматься, вот серьезно. Я хочу веселить вас, и если что не так, пишите в комментарии. Или даже что так, пишите в комментарии. Всем спасибо и пока-пока!